Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала. Сегодня я начинаю прохождение по игре Risen. Как вы видите, первая часть Risen. Почему именно первая, я объясню. Сейчас начинаем новую игру прямо при вас. Я там пробовал, настраивал игру, звуки. Теперь мне должно хорошо быть слышно, и игра должна хорошо передаваться. Так что, почему же все-таки я начал первую часть? Начнем с того, что сейчас уже совсем недавно вышла третья часть, и все начинают писать третью именно. Я начинаю первую, потому что я не играл ни в одну часть. На протяжении всей истории человечества этим миром правили боги, а люди были их рабами. Все в этом мире когда-нибудь меняется. Власть перешла к человеку, и человек изгнал богов из этого мира. Но нечто другое приобрело свободу. Восстало нечто, что существовало еще до человека. Обретя свободу, человечество вынуждено бороться за выживание. Кто-то прячется, кто-то бросается в бой. Настало время, когда выбор человека определяет, кем он является. Надеюсь, он не так громко сейчас был, как мне. Мне было больно. Но так все-таки, почему я начал проходить эту игру с первой части? Просто потому, что записывать только я ее и смогу. Вот нас выбросило, как вы понимаете, на берег. И мы сделаем, вернее, такое небольшое прохождение. Или большое. Где посмотрим. Я? Где я? Не знаю, насколько хорошо будет слышно игру, но я вроде бы все настроил так, как мне нужно. Так, ну и вот, в принципе, мы и начинаем играть. Нас выбрасывают на берег, как вы видели. По заставке ничего особо так и не разобрать. Сюжет пока от нас скрыт, так сказать. Ну, начинаем. Надо собирать всякую гадость, которая тут валяется около берега. Потом это все можно будет продать. Игра RPG-шная, то есть мне такой стиль игры нравится. То есть развитие и все такое. Это довольно приятно. Очень хотел сделать давно уже. Сплей, вот думаю, почему не начать. Мертв. Игру я понимаю очень мало, то есть я буквально немножко тут прошелся вообще. Крепкая ветка. Эта вещь. Собираем все, потом, видимо, продадим. Начинаем мы за бомжа, то есть это тоже, по сути, приятно. То есть то, что мы начинаем с ничего, видимо, а потом. Так, я не всех обыскал, да? Утонул. Утонул. Надо же. Это у нас что, дубина? Так, Сара. Эй. Эй. Ты в порядке? Как ты? Ты в порядке? Еще раз давай спросим. Да, да. Но кажется, что я выпила половину океана. Ты помнишь, что случилось? Что случилось? Только того странного человека из Инквизиции. А, это ведь мы были на корабле только что. Да. Он вел корабль прямо на него. А потом пропал. Видимо, корабль пошел ко дну, а нас выкинуло на берег. Похоже, что тем бедолагам повезло меньше, чем нам, да. Есть идеи, где мы? Нет. На другом острове, наверное. Отличная локализация. Нам просто надо убираться с этого пляжа. Крушение может привлечь мародеров, а они не церемонятся. Мониться с выжившими, да-да-да. Нам понадобится оружие. Как ты думаешь, сможешь оглядеться, посмотреть, не вынесли прилив что-нибудь полезное? Только что посмотрел. Ветку, палку. Все лучше, чем ничего, верно? Да. Я останусь здесь и посмотрю, не осталось ли еще выживших. Хорошо. Я нашел кое-что, можно использовать, придется. Да, все, я уже нашел. Я нашел кое-что. Что можно использовать, если нам придется сражаться. Да, давай, это файл. Может, вооружишься этим? Если ты этого не сделаешь, сражаться будет сложно. Да я и кулаками могу. Вынь его из сумки и закрепи у себя на спине. Господи. Так будет проще до него. Женщина, добраться. Я и без тебя знаю, что мне нужно. Да, спасибо. Обучение, это, видимо, обучение. Так.
Нажимаем на И и... О, это инвентарь. Дубина, крепкая ветка. А где урон? Урон от дробящего оружия 8. 10. Очевидно. Так, кольцо торговцы. То есть оно... Ага, ясно. Так, селедка. Сырая рыба. Не для всякого. Приготовьте продукты... Ага, понятно. Да, тут можно пищу готовить, это я знаю. Ром восстанавливает ману, видимо, для магов. Я не люблю магию, сразу говорю. Я не буду магом ни в одном месте. Так, мана... А вот это можно будет продать. Так, тут это разделяется. Ну, все понятно. Так, как взять оружие? Ясно. Так, блокировать на правую кнопку. Ударить? Ну, слишком просто. Пойдем, сам. Я все. Ты идешь? Нет, она ждет нас. Я же вооружился. Я готов. Я готов. Пошли. Самое подходящее время. Она меня раздражает, ребят. Ведущая вглубь острова. Угу. Давай найдем ее. А кто ты? Осторожнее. За деревьями что-то шевелится. Готовься. Доставай оружие. Странный ты, Сара. Мне не нравится. А кто она для меня? Кто на мне приходится? Да. Птичка. Ух ты. Тихо, тихо, тихо. Я пока, как вы понимаете, ничего не понимаю. Сейчас. Голодный морской гриф. Я так понимаю, мы можем пройти его. Но он не будет с нами разговаривать. Ух ты, смотрите, он отходит. Я знаю, что ты можешь это сделать. Сейчас, сейчас, сейчас. Да ладно, это всего лишь птица. Оу. Она умеет драться? Вперед! Как с ней драться? А, вот. Хорошо, сверху ее хп. Слишком легко. Надо просто научиться. Так, как убрать оружие? Да вот, что за звуки? Ух ты. Ёжик. Или ты кто? Игла-крыс. Игольчатый крыс. Ай-яй-яй, что такое? Да. Должно быть, его привлек запах тел на берегу. Угу. По крайней мере, теперь у нас есть немного мяса. Мое мясо, я нам тебе не дам. Нам понадобится огонь или печь. Если уж мне приходится питаться... Найди крысами, свое мясо, женщина. Я не ем их сырыми. Если найдем сковородку, можем его пожарить. Хорошо. Жареное мясо восстанавливает энергию. Даже если это всего лишь крыса. Хорошо. Еще бы нам не помешали лекарственные растения. Да ладно. Возможно, здесь что-нибудь подобное растет. Посматривай по сторонам. Угу. То есть мы по пути еще должны находить всякие виды растений. Из них потом, видимо, можно будет еще и варить себе зелье, а можно будет жрать просто так. И так оно будет давать нам КП. Я не знаю, что дает. Так. Максимальная жизненная энергия, плюс один. Видимо, это и есть жизненная энергия, та, которая дает нам ХП. О, ты кто? Какой-то пес, волк, наверное. Голодный волк. Вот так вот. Отлично просто. А ты уверена, что нам сюда? Карта должна быть на М. Да, нет у нас карты. Ты кто? Корабельный страж. Что с тобой случилось? Не важно, что с тобой случилось, главное, что твои вещи теперь у меня. Идемте дальше. Так, лечебная трава. Вот это наверняка хорошо восполняет нам ХП. Ну да и ладно. Иду я на... Видишь, факел? Ощупь. Тут должны быть люди неподалеку. Угу. Думаешь, нам надо двигаться в сторону факелов? Да, я так думаю. Это очевидно. Нам идти некуда. Так, возьму-ка я оружие в руки. О, и не зря. Привет, волк. Давай, иди сюда. Осторожно. Как он пробивает мой щит? У меня ХП не так много. Ух, какая... Какая драка. Надо чем-то ХП пополнить себе, потому что я себя очень плохо чувствую. Так, у нас где-то было лечебное растение. Очки здоровья 10. Кушай. Неплохо. Так, растение маны. Слишком просто. Это что? А, это дает нам максимальную жизнь, то есть плюс один. А у нас стамина жизнью становится больше. Приятная штука, то есть она получается навсегда. Сосуд. Берем все. Веса тут нету, насколько я понимаю. Веса нет, нигде не указывается. Значит, мы можем таскать столько, сколько мы хотим. Да. Еще одна радость РПГ. Не во всех это есть. Автосохранение. О, я вижу крысу. Игла-крысу. Есть на F5 автоматическое сохранение? F6, F7. Сейчас я боюсь загрузиться. Так, ладно, F8. Не очень удобно. Я на F5 привык. Потом исправлю. Привет. Давай не будем. Он такое ощущение, что он больше защищается. Он не хочет драться. Я тоже сейчас не хочу драться.
Так, а вот и дом. А вот и люди, наверное. Землетрясение. Что происходит? Обвал? Нет? Надеюсь, что нет. Смотри, это дом. И вдобавок заброшенный. Угу. Интересно, что тут произошло? Что-то выгнало отсюда жителей. Что бы это ни было. Очевидно. Мне оно уже не нравится. Давай осмотримся. Можем найти что-нибудь полезное. Не паникуй. Ты загляни внутрь, а я снаружи покараулю. Позову тебя, если еще крысы появятся. Покараулишь. Ты просто боишься. Больше, чем уверен. Костер. Так, сырое мясо. Скамья. Видимо, сесть можно? А ну, да, можно сесть. Йо, стильненько. О, еще камеру можно двигать. Вот за этого персонажа мы играем. Такой пухленький. Как встать? Как отметить действие? Не знаю, на какую клавишу нажал. Но я нажал на все. Так, стул. Хлеб берем. Так, что тут есть? Что тут есть? Простой стул. Тоже может научить меня вскрывать замки. Ага. Тут присутствуют в игре всякие гадости. Тоже может научить меня вскрывать замки. Скиллы разные. О, ключ. Так, я так понимаю. О, пойло. Местное пойло. Грок называется. Ключи подходят, отлично. Что на сундуке? Неважно, берем все. Тут какие-то задания идут, но я пока все выполняю так, на ощупь. Метла. Берем, продадим. Все берем. Есть кровать. Так, книжки. А что мы взяли? Сковорода. Кстати, вот на огне, говорят, нужно жарить. А как? Ага, понял. Так. Жарим. Не очень удобно, кстати, если по куску одному. Не чтобы сразу все пожарить. Выглядит неплохо. Да. Жарим все, что нашли. Давай быстрее. Неплохо пахнет. Согласен. Наверняка неплохо. Выглядит ничего. Отлично. Так, ну что ж, я осмотрелся, я открыл, что-то выполнил. Давайте поболтаем с Сарой. Сара. Похоже, в этом доме никого нет. Похоже, в этом доме давно уже никого нет. Я нашел только запертый сундук. Но если у тебя нет ключа или таланта вскрывать замки, этот сундук так и останется запертым. Я открыл его. Я смог открыть сундук в доме. Нашел что-нибудь полезное? Только сковородку. Остальное просто да, хлам. Да, сковородка это вещь. Ну, по крайней мере, теперь мы можем поджарить мясо. Я бы не отказалась от жареного мяса сейчас. Будем считать, что это говядина. Я уже... Думаю, ты тоже не прочь поесть. В смысле, я тебе уже отдал, что ли? А где мой выбор, дать ей мясо или не дать ей мясо? Или я тебе дал? Нет, я что-то не понимаю. Не откажется на это. Я вообще нашел это мясо. А, нет, вот на тебе. Вот тебе жареное мясо. Я добряк. Держи. До тех пор, пока не начнешь задумываться, чем оно было при жизни. А это неплохо. Вегетарианка, что ли? Нам нужно двигаться вглубь острова. Нам нужно продвигаться внутрь материка. Ох ты. Слушай, я сожалею, но мне действительно необходим отдых. Эта буря меня истощила. У меня кончились все силы. Угу. Я отдохну тут немного. Ладно. Как скажешь. К северу отсюда есть тропа. Похоже, что она ведет вглубь материка. Может быть, там есть какое-нибудь поселение? Она отправляет меня просто иди, говорит, и найди. Просто так, просто иди, а я здесь тебя подожду. Что с тобой случится, не случится. Я ее и накормил, и все. И она говорит, я устала. Вот женщина. А мы, кстати, можем пока поесть. Что дает Грок? Грок дает ману. А мясо, кстати, неплохо выхиливает, смотрите. Вообще много. Так, еще одно, пожалуй, съедим, остальное оставим. У нас еще есть, если что... Так, по-моему, говорят, вот так можно делать. Да, хоткеи работают. То есть можно будет сейчас нам вот скидывать сюда куски еды всякой. Если что, использовать ее быстро. Отлично. Такс. О, гриб маны. Ману я использовать не собираюсь. Не знаю, на что она там уходит. Продвигай. Опа, птичка. Ты, естественно, будешь драться со мной. Я даже сам с тобой не просил подраться. Ну как ты бьешь-то? Где мой щит? Не уйдешь, заспамлю насмерть. Вот так. Нет, дай лапу. Не ушла? Ты здесь? О, отлично. Мне аж показалось, что она упала.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А это, видимо, ее подружка. На. Что-то они не очень-то и умные. Сложность у меня стоит стандартная, то есть нормальная. Я ничего не упрощал, не усложнял. Играем как надо. Но мозгов, признать, у NPC не так уж и много. По крайней мере, у таких. Может быть, другие будут поумнее, еще увидим. Так, это что? Я не прочитал. Ну ладно. Это похоже на ящик скрытый, нет? Так, насчет карты. Она у нас так и не появилась, да? Карта области, мира. Не, ничего нет. Какой-то храм. Автосейв, пожалуйста, мне. Отлично. Вот в играх мне нравится таких, что сейвы такие. Опа, ты кто? Такое ощущение, что ты жесткий противник. Вот из Fallout я запомнил, что все крылатые такие, они все жесткие почему-то. Ну давай попробуем. Ой-ой-ой-ой-ой. Но мы видим уже, что она... Боевка у нее совсем другая. Какая-то пыль. Так, сейчас сходим внутрь, посмотрим, тут покажет. О, цветочки, цветочки. Мы все соберем, вообще все. Все, что можем, берем с собой. Так, еще раз сейв. Нет, автосейв. Ну ладно, какая, в принципе, разница, сколько раз я засейвлюсь. Надеюсь, вам не будет темно. Я уже прибавил игру гамму, то есть... Так. Что здесь? Какие... Воу! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Нормально, нормально. Это в пределах... Отто? Как я это сделал? Стильно. Нас сейчас бросят туда, и нужно будет с кем-то драться. А с кем? Так, раз... Я вижу пока только одну. Не знаю, нам стоит ли туда идти. И стоит ли нам идти глубже. Ничего не знаю. Посмотрим, что с контрастом будет потом. На ютубе. Ютуб-то он такой. Так. И как мне к тебе попасть? Видимо, все-таки через верх. Ну давайте рискнем. Все равно я недалеко здесь сохранился. Если что. Игра не как все-таки Don't Starve, который раз и все. Так, ну, я жив. Оу, сразу в спину прилетает мне. Ой-ой-ой-ой, надо хилиться. Тройку, тройку, пей давай. Быстрее, палку в руки. Все, отлично. Жесть. Вот это уже противник, на самом деле. Из нее какая-то пыльца выпадает. Тяжелый сундук, открываем. Так, что у нас здесь? Манна, вода, факел. Факел, факел. Это вещь интересная. Я на всякий случай возьму в руки. Мало ли, вам не будет видно. Мне пока что все нормально. Так. Походим пока с факелом. Тут есть еще один сундук. Только не убери, пожалуйста, факел. Положи его куда-нибудь рядом. Отлично. Так. Золото, вино, факел. Берем все. Вход пойдет все. Такс. Тут у нас дверь. Мы заперты. А, вот, видимо, рычаг. Отлично. Искатель приключений. 10 очков. Так, что у нас тут? А это, видимо, та закрытая дверь, да. То есть мы спускали сюда и встали здесь. Вот это выход. Отлично. Не особо что-то такое интересное мы нашли, но все-таки что-то. Сейчас доберемся до поселения. Так. Да, господи, я забыл совсем. О, блин, сейчас еще раз проходить. Ну, ладно. Сейчас надо быть аккуратным. Тут посередине такое неприятное место. Вот оно. Оп. Нормально. Все, прошли. Интересная игра вот поначалу. Мне уже нравится, если честно. Так, как выбросить факел? Ясно. На правую кнопку. Так, ну что ж, идем дальше тогда. Это явно не поселение. Это какой-то просто храм маленький. О, иглы крыс. Нет, драться мы пока не будем. У нас уже осталось... Вещи только для того, чтобы... Только... О! Мы же не обратно пришли? Быть такого не может. Что это? Это заброшенный дом. Видимо, еще один. Это уже другой. Опа! Эй, ты, там! Привет! Что ты здесь делаешь? Я даже не знаю, где я нахожусь. Да я даже не знаю, где я нахожусь. Угу. В настоящее время ты находишься в непосредственной близости от моего меча. Какой ты крутой! Ничего не приходит в голову. Мое судно пошло на дно, меня выбросило на берег. Мое судно сразу пошло к делу на дно, перейдем. А меня выбросило на берег. Значит, один человек из экипажа уцелел. Мы-то думали, что выжил только Инквизитор.
Какой инквизитор? А ты не похож на человека инквизиции. А, это тот чувак, который был с красным глазом. На корабле инквизиции? Угу. Повезло тебе, что они тебя не нашли. За борт классно анимированный персонажа. А то и чего доброго, стал одним из них. Кто-то или что-то тебя ищет. С и чего я он в это мне... дело встревать не буду. Только не Сейчас. Испытывай судьбу. Если белые мантии тебя тут найдут, будут проблемы. Почему он вот верит в хороший меня? Совет. В то, что я говорю. Найди себе приличное оружие. Угу. Без этого тут никуда. Хорошо. Возможно, тут что-нибудь найдется. Поищи и возвращайся. Когда что-нибудь найдешь. Какой ты добренький. Ты больше похож на бандита какого-то просто. И он нам доверяет, потому что мы говорим: о, да, мы упали с корабля, бла-бла-бла, и он верит в это. Я бы в это не поверил. И убил бы его. Хотя, не знаю. Я бы не убил. Ну, он похож больше на бандита, на какого-то. Просто тупо бандюга. Осуд. Берем все, хлебушек. Надеюсь, тут есть с кем поторговаться. Так, скамья. Тут свечка. Стол. Сундук. Тоже может научить меня вскрывать замки. Снова нечем, никак мне не вскрыть замок. Как скачать... Ой, как скачать, говорю. Как качать скиллы, мне интересно. О! На С. Не знаю как, не знаю как. Я прям сходу нашел эту кнопку. Так. И как это все делается? Вот взлом. Так. Воровство. Карманная кража. Опыт. Ну так. Что дальше? Ладно, потом разберемся. Что-то прям вообще не похоже. Тоже может непонятно научить меня вскрывать замки. Кто-то... Он намекает на то, что должен научить вроде как человек. А что можно делать в шкафу? Найти, то есть. О, ключ. Надо было сразу посмотреть сюда, что-то я ступил. Так, ну и теперь этот ключ, дайте угадаю, он от этого сундучка. На. Слишком просто. Пока что. Так, тут у нас... О, меч. Отлично. Уж меч-то точно будет лучше, чем палка. Сколько у нас палка дает? Она дает нам 10 от дробящего, а этот от клинка 15. И он еще будет поудобнее, да? Побыстрее, да? Да. Попроворнее. Отлично. Где? Где ты, Ян? Обезьян. Я нашел меч. Отлично. Надеюсь, ты знаешь, как его использовать. Такой добрый он вообще прям. Так, что ты мне можешь рассказать про это место? Что ты можешь мне про это место рассказать? А что ты хочешь знать? Какой ты балбес, а? Я тут, похоже, застрял основательно. Где тут можно разжиться едой Я и Я тут, похоже, прочими? Застрял основательно. Где тут можно едой или деньжатами разжиться? Прочими ресурсами, да. Здесь тебе ничего не обломится. Я сюда попросился только ради того, чтобы за бурями наблюдать. Просто невероятное они тут. Особенно, когда мимо проходят. Пару недель назад я бы тебя прямо в Харбортаун отправил, но уже не пойдет. Харбортаун? Почему нет? Там кругом инквизиция. Инквизиция? Защищает эти развалины. Видимо, это какая-то фракция требует плохая. Для этого чертового культа белых мантий в монастыре. Я лично на стороне Дона. Дона. Мы тут единственные, кто сохранил свободу. Дигидон. Жить приходится в лагере посреди болота, но это все-таки свобода. Угу. Я бы на твоем месте двинулся в болото, попробовал бы уговорить Дона взять тебя к нам, ну или в Харбортаун. Дон, видимо, самый главный у этих фракций бандитов. Пускай они пока будут бандитами, я не знаю, как их нажимать. Ой, господи, называть. Я что-то уже с вами путаюсь, довольно поздно. Так, безопасно ли в портовом городе? Чем там занимается инквизиция? Безопасно ли в Харбортауне? Зачем я читаю? Чем там занимается инквизиция? Он сам читает. Да ничем пока что. Там даже есть пара парней из наших. Вероятно, они смогут тебе помочь. Угу. А вся эта банда в белом тебе особых проблем доставить не должна. Банда в белом? Могу показать дорогу. Только поверь мне, в нашем лагере тебе будет лучше. Я думаю тоже за вас пойти. Я не хочу за каких-то белых пойти. Я хочу вот за бандитов. Я более... Не знаю, мне симпатизирует больше бандитская роль, чем каких-то белых мантий. Кто это такие вообще? Какие-то больше на каких-то похоже, знаете? Ну ладно, я пока не знаю, кто это. Не суть. Так. А, ты упомянул монастырь. Что это такое? Где может... Так, что... Ну давайте все диалоги пройдем. Ты упомянул какой-то монастырь. Что ты это такое? Ты упомянул какой-то монастырь. Это что такое? М? Это место, где ты в жизни не захочешь оказаться. М? Там инквизиция тренирует новобранцев.
мозги им промывать. Я так и думал, это фанатики. Даже не думай туда соваться. Понятно. А вы типа свободные бандиты. Как нейтралы, возможно. Так, можешь сказать мне про Дона? Что мне может предложить Дон? Что мне может предложить Дон? А. Мясо, пиво, работу. Может, даже тренировать тебя буду. Отлично. Меч у тебя есть, в конце концов. В монастыре тебе смогут предложить, в лучшем случае, посох. О, маги! Это же просто большая палка. Действительно. Даже не оружие. Я с тобой полностью согласен. Ненавижу магов этих с посохами. Так, тогда я пойду по-любому к вашему лагерю. Давай. Ладно. Показывай дорогу. Не хочу, не хочу за этих фанатиков. Правильная мысль. Следуй за мной. Пойдем. Нет, тут, тут однозначный выбор, то есть тут, видимо, даже игра дает тебе выбор. Либо ты идешь за бешеных фанатиков ненормальных, которым промывают мозги, и они дерутся магией. Либо ты идешь за вот таких вот воинов, более похожих на бандитов. Выбор очевиден, я иду за бандитов. Причем отыгрывать роль в игре, видимо, тоже в этой можно. Так что я буду более... Опа, кто такие? На север глянь. Видишь развалины, что торчат из земли? Так. Ага, я такие уже видел. Угу. Я на заставке видел. Ну так вот, там белые мантии разбили лагерь. Те самые ублюдки. Если у тебя есть наши мозги, враги, ты туда не станешь соваться. Конечно. Иначе мигом схватят и окажешься в монастыре. Да нет. Ты хочешь быть рабом или свободным человеком? Естественно, бандитом. Ага. Что-то ты заладил, все одно и то же. Серьезно, давай. Ой, ну прости. Твоя правда. Ты сам себе хозяин. Делай, что хочешь. А что вы остановились? Пойдем. Уже совсем недалеко. Мне кажется, мы даже сами бы их убили. Что-то они своими посохами сделают деревянными. Я думаю, вряд ли они нас там насмерть закастуют. Что они нам сделают? Какие-то... Да они даже смешно как-то выглядели. Не знаю, у них ни брони, ничего. Хотя у тебя тоже не особо такая броня. И, кстати, мы бомжи сейчас пока что. Нужно же хоть что-то найти себе одеть. А то мы ходим просто как голые. Если пойдешь дальше, на север по тропе, попадешь в наш лагерь. А ты не пойдешь со мной, Остерегайся, да? Охотника. Отлично. Эти жалкие лентяи все время стараются свою работу на кого-нибудь еще свалить. Спасибо за помощь. Тебе и так досталось. Так что чуточку доброты ты заслужил. Ты очень добрый, Ян. Уверен, ко мне. Мы еще увидимся. Удачи. Очень тебе. Добрый. А че, давай поболтаем. Кто-то ушел. Вот, со мной на берег сошла одна девушка. Я не знаю, стоит ли ему доверять, но он довольно добрый ко мне. Он мне все показал, так что я думаю, пускай. Со мной на берег сошла одна девушка. Она в заброшенном доме Кьюба. Мы ее там оставили? Он на нее, наверное, за присмотрим. Надеюсь, он за ней присмотрит. Должно быть, это дом потерпевшего крушение. Вообще лучше бы ему не доверять. Схожу туда попозже. Слишком уж он добрый. Если она там, ну? Отведу ее в более безопасное место. Я очень это надеюсь, если что, ты за это ответишь. Давай, пока. Так, в портовый город мы не идем, по причине того, что у нас нету ни одежды, ничего. Он нас направил пока что в лагерь таких же бандюк. Я слышу этого крысу, иглокрысу. Драться мы ни с кем не будем пока. Так, судя по всему, этот мост ведет нас в то самое место. А ну-ка, ты кто? Дак. Эй, ты, куда ты, интересно, собрался? Просто осматриваюсь. Я просто здесь осматриваюсь. Шучу. Приходится самому себя развлекать. Смешно. Тут вообще-то иногда скучно. Если не считать того, что могильные черви пожирают людей. Могильные черви? Не сворачивай с тропы и не уходи далеко на болото. Ага, поверь, твари. Быть сожранным такой тварью — это не тот способ, большой червяк, должен умереть мужчина. Хорошо. Подожди, кажется, у меня где-то есть карта, которая тебе нужна. Хотя, глядя какие на тебя, все добрые, приходит в голову, что тебе нужно оружие получше. Еще бы. А где мне взять оружие? А где мне взять оружие получше? Да. Смотря что тебе надо. Некоторые доверяют хорошему клинку. Да. Другие предпочитают тяжелый топор. Нет, клинок. Я охотник. Однозначно. Поэтому мне ближе лук. Лук, да. И стрелы. Понятно. У меня вообще-то есть парочка отличных образцов. Нет, спасибо. За лучником я не буду. Я точно могу с тобой поделиться. Ага, еще за цену. Мне идти-то нафиг. Лучше бы дал мне бесплатно. Так, ну-ка. Так, ну это очевидный вопрос, на кого они там охотятся. Я здесь недавно, меня вынесло приливом. Можешь рассказать подробно об этом месте? Я здесь недавно. Меня вынесло приливом. Можешь рассказать подробнее об этих местах? Что здесь? О, понимаю.
Тогда вот несколько вещей, которые тебе надо знать. Угу. Вся территория болота отсюда и до храма на севере в ведении Дона Эстебана, нашего главаря. На твоем месте я бы не стал с ним связываться. На него работают несколько бойцов, которым свернуть тебе челюсть так же легко, как просто посмотреть на тебя. Что ты мне угрожаешь? Кто сказал, что я должен... что я покушаюсь на него? Так, покажи свои товары. Займемся делом. Займемся делом. Продадим тогда ему сразу все, что нам не нужно, типа всяких дубин. Вещи тут не ломаются. Очевидно, стрелы оставим, болты, я не знаю. Возможно, мы будем пользоваться либо стрелами, либо арбалетом, поэтому... Сумма продажи 10, а стоит она 50. Обдирательство просто. Так, зелья, очки здоровья... О, нет, это я не продам. Очки здоровья мне нужны в любом случае. Так, лечебные растения, я все это себе оставлю. Вот все, что с маной связано, это забираю. А можно как-то... Да, вот так можно. Так, мана нет. Нет, это оставь, это оставь. Это дает нам максимальную жизнь, плюс один. Так, это я тебе не отдам. Ману нет. Грот нет. Койлы я тебе тоже, пожалуй, отдам. Зачем мне эта выпивка? Так, вода дает ману. Молоко. Ману. Все, что пьется, все ману. Так, факела я оставлю. Держи. Зубы. Пыльца. Так, и карты. Карты это мне все нужно. А что ты мне можешь предложить? Ножницы для крыльев. Крепкие ножницы хороши для срезания крыльев смертных животных. То есть, если что, мы можем дополнительно собирать лут. Так, а этот чего? Могильным червям. Так, то есть, вот что-то из этого я сейчас по-любому куплю. Я думаю, я больше встречу сейчас этих самых крылатых тварей, поэтому так и сделаем. Давай, добавляем 5 золотых. Отлично, все. Отличная торговля. Я рад. Так, на кого вы охотитесь в болотах? Давайте все-таки спросим. Просмотрим все диалоги, сейчас потому что все меньше и может меньше задание вылезти нам. Там и зверей-то почти нет. Угу. Выглядят они неаппетитно. Но наши повара творят с ними чудеса. Йоу. Единственное, что может нас всех накормить, это огромный червь. Там, на западе. Голодайте, но значит. Он чертовски большой. Угу. Мне понадобится помощь, чтобы справиться с ним. Да, вообще, изи, давай. Так, давай, пойдем. Могу я помочь тебе его поймать? О, было бы неплохо. Отличная анимация. Слушай, если мы прикончим эту штуку вместе, я дам тебе 30 золотых монет. Какой ты добрый. Надеюсь, ты хорошо подготовился. Не хочу, чтобы твоя смерть была на моей совести. Я нормально. Если что, ты примешь за меня смерть. Пойдем. Давай, пойдем прикончим этого могильного червя. Я думаю, это будет вот просто. Вот это мощь. Еще бы. Отлично. Приготовь оружие и держись. Ты видел, какой у меня стильный меч? Стальной. Я надеюсь, он стальной. Нападай! Подожди, тут цветок. Ну ладно. Не время сейчас. Ой, мне кажется, он очень сильный. Смотрите, какие у него клыки. Тихо, 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 тихо. Главное не подставляться. Бей его, бей. Вместе сейчас, вместе его. А, кто это? Да крыс, ты тут не к месту вообще. Сейчас я быстро. Все, я здесь. Ты там справляешься? Я думаю, ты бессмертный. Тихо, тихо, тихо. Давай, бери его на себя. Главное не меня. Оп, оп, мы нормально. Давай, давай. Мы его загнали в угол. А нормально все. Добивай. Докладывай его. Ну. Где-то там. Отлично. Все. Отличная работа. Командная. Берем вот эту штуку, она нам пригодится. Игла крыс. Мясо. Сейчас поговорим. Зубы, сырое мясо. Давай. Понимаешь, что значит быть охотником? Азарт преследования. Радость попадания. Вот что доставляет мне удовольствие. Хорошо. Понимаю, наверное, себя. Так, вот он большой. Вон тот большой червь нам и нужен. Вон тот большой червь нам и нужен. Нам и одним нужен. Одним червем меньше. Уже неплохо. Вот, держи 30 монет за труды. Отлично. Эй, все. Мне если ты собираешься нужно. В лагерь, может, возьмешь с собой сырого мяса? Зачем? Им там всегда еда пригодится. Отдай ее Рейчел, поварихе. Угу. Я останусь. Я, значит, мальчик на побегушках. Смогу теперь ли я найти следующую жертву? Угу, угу. Так.
О, можно учиться охотиться у него. То есть это стрельба из лука, я так понимаю, да? Ты можешь научить меня охотиться? Честно говоря, из меня не очень хороший наставник. Да нормально. Я из тех, кто опирается на инстинкт. Ну, охотник. Тебе нужен Луис. Он обучил меня. Понятно. Спроси его. Значит, ты не можешь. Значит, Луис? Луис? Да. Что ты можешь сказать мне о храме? Что ты можешь рассказать мне о храме? Он поднялся из-под земли, когда начались бури. И все эти чудовища все появились оттуда. Ага, вот никогда это... раньше таких не видели. Они не поддаются описанию. Все твари, которые здесь находятся, наши они здесь не были никогда. Разобрались. Сомневаюсь, что там еще есть что живое. Ну, если не считать Дона. Он теперь переехал в храм. Он нам редко показывается. Никто по-настоящему не знает, чем он там занимается. Раскопками, я так думаю. Охоться, убивай и не задавай лишних вопросов. Наверное, он за это и платит, на самом-то деле. О, смотрите, сколько диалогов открылось. Так. Так чем твой хозяин занимается в храме? Сейчас скажет, так я не знаю. Так чем твой хозяин занимается только в храме? Только что это сказал. Я точно не могу сказать. Но на золоте он сейчас просто помешан. Понятно. У него там в развалинах работают землекопы. Он всегда им отдает часть. В этом смысле он справедлив. Ну хотя бы. Я думаю, что, возможно, он собирается вернуть себе Харбор Таун. Золото здесь имеет большую власть. Наверное, оно даже сильнее, чем инквизиторы с их проклятым культом. Фанатики. Ну что ж, тогда ты мне больше ничем могильной черви. Ты, понятно, на болотах. Твоя жизнь мне не интересна, знаешь. Так что больше нам с тобой говорить не о чем. Миссию я твою... О, это что такое? Травка. Классное название. Посмотрим сейчас, дойдем. Все-таки наконец-то уже до города. Вот он, видимо. Не город, наверное, а больше поселение, лагерь. Что-то такое небольшое. Это кто такой? Рикардо. Так, ну что ж, думаю, здесь посмотримся уже в следующей серии. Я думаю, для начала это более чем будет достаточно. Если вы здесь впервые и вам понравилось, вы хотите продолжение, обязательно подписывайтесь, оценивайте. Понравилось вам или нет. Так что будет еще. Обязательно будет. Мне нравится игра. Вот первый раз. О, ты там твари. Видимо, нас потом пошлют туда. Ну что ж, это не суть. Всем спасибо и всем пока. Еще увидимся.